Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить чудесную игру Шенму в рубрике «Лучшие игры». А теперь вас ждет 16-я часть моего прохождения. Ну что же, в последней части мы наскребли деньжат и заказали билет на корабль за 69 тысяч йен. Это были почти все наши деньги. Ну что же, и теперь мы должны дождаться 4 часов, чтобы забрать его. Мы вернулись домой. И многие уже заметили, что у Рио с кроватью что-то не так. В том числе и я заметил. Как будто на ней кто-то лежит. Давайте-ка посмотрим. Что это такое с кроватью? Кто же там такой может быть? Ну-ка. Подожди, Рио. Нет, а шкафа... Да что ж такое? Посмотри, что ты на кровать. Это же непонятно, кто тут лежит. Странно. Очень странно. Нам всего лишь предлагают сохраниться. Даже не знаю, нет. Это обычные настройки, ничего особенного. Но... Почему на кровати будто кто-то лежит? Почему мы не можем посмотреть? Неужели Рио сам не замечает? Да нет в шкафу никого, ты что, Рио? Что же это такое? Может просто баг, а может что-то еще? Слушайте, я даже не знаю, честно сказать. Но Рио не обращает никак вообще внимания на это. Совершенно. Воспринимает кровать, как будто с ней все в порядке. Ну, ладно, хорошо, раз так. Я думал, может, при выходе он как-то заметит это. Но, смотрите-ка, нет. Ничего не заметил. Все в порядке. Как будто бы ничего и не происходит. Ну, ладно, что же. Раз так, значит, мы отправляемся за билетом. Время у нас уже подходит к 3 часам дня. А нам надо быть в 4 часа. Ну, вернее, после 4. С 4 до 5. Забрать наш билет. Надеюсь, что билет уже для нас приготовят. А то мы же знаем... Какая там девушка интересная. Может и ничего не сделает для нас. Кто ее знает, честно сказать. Растяпа. Сидит, читает журнал, вместо того, чтобы общаться с клиентами. Такой у них сервис. А что, очень напоминает. Очень напоминает наш сервис. Вполне себе такой же. Не дозовешься, не допросишься. Да, ну что-то, конечно, странное с кроватью. Даже в комментариях предыдущей серии заметили, но... Рио вообще никак не среагировал на это, ну совершенно никак. Ну там же явно кто-то лежал. Или что-то лежало. Что это такое? Почему? Совершенно непонятно. Совершенно. Интересно, Рио сейчас захочет или даже сможет, сможем ли мы, вернее, и захочет ли Рио тратить немножко денежки, купить там какую-нибудь игрушечку или что-нибудь типа этого, или теперь он уже все, теперь он возьмет себя в руки и больше никаких лишних покупок производить не будет. Мы пришли сейчас 3 часа почти что. Нам еще нужно подождать где-то 3-4 минуты. Это как раз примерно равняется часу времени. Давайте сходим, пообщаемся с нашими знакомыми. Курита-сан. Yo, how are ya? Do you know of Asia Travel Company? Asia Travel Company? Is there a place called that? I heard it's cheaper than Global. Never heard of it. Ха, кстати, у нас же есть еще Global. Ну-ка, что если нам туда зайти? Давайте сейчас я к карте подойду.
Где-то здесь карта у нас. Вот она. Посмотрю, где Global агентство. Flower. Сейчас, сейчас. Global Travel Agency. Ага, вот она. Перед лавкой с рыбой. Хорошо. Интересно, что скажет Рио, когда туда зайдет. А вот это Global, да? Ага, давайте зайдем. Интересно, сколько там стоит. Может, тут и не продаются билеты вообще на лодку. Хотя деньги мы уже отдали. Yes? We'll tailor your travel plans however you wish. Use us for your overseas travel. No thanks. Maybe next time. Хм, странно. Ну, видимо, Рио уже все, как бы заказал, так сказать, билетик. Больше его ничего не интересует. Давайте на буклеты посмотрим. Я вижу внизу буклет 100 тысяч написано. У нас, конечно, 100 тысяч нет. Может, это как раз билеты 100 тысяч на лодку. Как раз в Азия Турне тоже был билет на лодку за 100 тысяч и за 69 тысяч йен. Наверное, здесь только за 100 тысяч на лодку. На корабль, вернее. А там есть дешевые места где-нибудь в трюме. Давайте забежим в магазинчик наш продовольственный. По-моему, у нас там пара баночек завалялась. Посмотрим, может, выиграем приз. Сейчас самое время как раз для этого. О, уже продавец другой. Excuse me. What is it? Kondo-san, do you know about Asia Travel Company? Afraid not. I haven't been on vacation in ages. I see. Да, давайте, где наша баночка? Вот она. О, у нас две баночки. Круто. Так, а как мы ее применить-то можем? Подождите-ка. Призовая баночка. Ну-ка, давай-ка, давай. Применяй-ка ее. Вот. Just this place. Draw a ticket. Здесь можно, кстати, выиграть игру для Sega Saturn. Ну-ка. No prize. Bummer. Better luck next time. Ладно, давайте, у нас еще одна баночка есть. Может, на этот раз повезет. Just this place. Draw a ticket. И сейчас. No prize. Да что ж такое? Нет, не везет мне в этой лотерее. Better luck next time. Совсем мне в этой лотерее не везет. Ну ладно, хорошо. Пусть так. Значит, не сыграть нам в игры для Sega Saturn. Кстати говоря, Рио живет в 86-м году, а тогда еще Sega, конечно, еще не вышла. Так что это немного вещички из будущего, так сказать. О, наш старый знакомый, но он вряд ли будет говорить, он кушает. Ичиро. Hey, bro. Do you know about Asia Travel Company? Asia Travel Company? Huh? Where's that? Near the hamburger place. Ah, that squalid dump. Yeah. Nope, don't know squat about it. Never see any customers, I don't even know when it's open. But most of all, I'm not even sure if they're actually in business. I see. Huh. About Asia Travel Company? If you've so much time on your hands, let's go party, man. Nah, not now. See you later. Интересно, он сказал, что это дыра вообще, и он не знает вообще, работают ли они. Ну, надеюсь, что все-таки они работают. Мы же купили билет. Итак, где же наша дамочка? Никого нету. Так.
Ну, эту листовочку-то мы уже взяли. Она нам больше ни зачем не нужна. Где наш билет-то? Эй, дамочка. Странно, никого нету. Так, может тут что-нибудь лежит? Да. Так, ничего тут особенного нету. Так, ну мы пришли в 4 часа, давайте посмотрим. Забрать билет Азия Турне в 4 часа, удивительно, тут никого нету. И что делать? Куда все ушли? Странно. Я думал, хоть кто-нибудь будет нас тут ждать. И что нам теперь делать? Никого нету. Что же нам делать? А? Что нам делать, друзья? Никого нету. Почему? Странно. Все это очень странно. Забрать билет Азия Турне в 4 часа. Ну, 4 часа уже было. Уже 4:30 с чем-то. А тут все еще никого нету. Не нравится мне это. Ох, все это мне как не нравится. Help you? Yeah, Ryo Hazuki, I'm here for my ticket. Huh? What are you talking about? My Hong Kong ticket I've already paid. Paid who? The woman who... Woman? Don't know no woman. What? What kind of scam is this? We don't take kindly to accusations like that. You best learn some manners. Hey, you. You'd better watch your mouth. I've had enough of this. I've already paid my money. I understand. Allow me to sort this out. You'd better, or else. Yes, sir. I'll call you first thing tomorrow. Да, кажется, нас хотели кинуть. Да, недаром наш друг сказал, что это полная дыра, а не агентство вообще. Это жуткая, жуткая дыра. Итак, договоримся о новом билете с парнем из Азия Турне. Завтра со мной свяжется парень из Азия Турне. Ха. Да, действительно. Вот это кидалово. Ну что же, раз нам нужно ждать следующего дня, то я предлагаю нам, дорогие друзья, сейчас связаться с мастером Ченом и отправиться в порт, дабы он нам помог перевести тот свиток, который мы нашли в додже еще давно-давно. А он на китайском? Мы не знаем. Ха-ха, наш старый друг, привет. Hey, Anoke. What do you want? Yo. Me? Да-да, бойтесь, нас такие гопники в подворотне сидят. Потеха. Ну все, они уже нас теперь боятся навсегда. Итак, давайте позвоним мастеру Чену. Сейчас, ну, номерочек его, как всегда, достану. Надеюсь, что он примет нас днем, а не именно вечером. Хотя, собственно, вечер уже у нас не за горами. Если что. Интересно все-таки, что же в этом свитке?
Hello? Mother's Earth. Comrades. Father's Heaven. Nine Dragons. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. I must consult Master Chen. Arrange us a meeting. Father's not around, and he has no need to speak with you. Да. Это было довольно... как сказать... Резко. Нас, собственно, отправили в освояси. С нами не хотят говорить. Да, печально. Весьма-весьма печально. Ну что же, дорогие друзья, видимо, тогда нам особо нечем заняться. Поэтому дождемся завтрашнего утра. Hey, Ryo-san! Fuku-san. Nozomi-san brought some flowers by today. Nozomi brought flowers? Yeah. Did you order them? No. Where are they? In the altar room. I see. Итак, мы вернулись домой, и Фуку-сан, как вы видите, сообщил нам интересное известие. Давайте пойдемте посмотрим, что принесла нам Nozomi. Цветы. Ну, хороший знак. Хотя, плохих знаков и не было с ее стороны. Nozomi-san was nice enough to bring those flowers. Nozomi brought these? She even remembered what your father's favorite flowers were. Really? She's such a nice girl. Что, Рио, может быть, теперь ты начинаешь хоть что-нибудь понимать о том, как она к тебе относится? Или все еще ты остаешься непрошибаемым самураем? Надеюсь, что ты понимаешь уже многое. Очень многое. Проверим, что у нас там с кроваткой. Что-нибудь изменилось или нет? Да! Кровать уже убрана довольно-таки. Ну а нам остается дождаться 20:00, чтобы лечь спать и встретить завтрашний день с новыми новостями. Рио снятся интересные сны, но хорошо, что его уже больше не мучают кошмары. Это действительно хорошо. Итак, посмотрим, что же принесет нам новый день. Вчера Nozomi нам принесла цветы, надо будет ее, наверное, поблагодарить, встретить как-нибудь.
Hello? Hazuki Dojo? Huh? Asia Travel Company? Okay, just a moment. Hello? It's Jimmy from Asia Travel. I've got your ticket. I'd like for you to come and pick it up. Please come to the U Arcade on Dobita at noon. Yosa, what was that phone call about? The ticket to Hong Kong. Oh, I see. I'm going out. Oh, okay. Фукусан довольно насторожен. И, в общем-то, не зря. Итак, посмотрим, что отметил Рио в дневнике. Позвонил Джимми. Нужно встретиться с ним вечером в зале. Весьма странно, что написано вечером. Просто немного неверный перевод. Он сказал noon, то есть в полдень. Соответственно, нам нужно немного подождать, ну и отправиться в аркейд. Я думаю, в додже нам делать нечего. Хотя давайте зайдем, давайте зайдем. Возможно, что-то будет интересное. Кто знает. Свитки так лежат. I should work on my moves. Нет, Рио, я не хочу. Все так и лежит. Интересно, что Рио никак даже не попытался это спрятать. There's nothing unusual about this. Ну, да, ничего здесь особенного не случилось, поэтому мы отправляемся дальше. Нужно будет зайти покормить нашу кису. Кстати, у нас заканчивается рыба, последний кусочек, так сказать, у нас сейчас остался. И надо будет нам зайти в магазин, купить что-нибудь. Надеюсь, Рио уже сможет тратить деньги. Захочет, вернее, тратить деньги. И надеюсь, что нас все-таки не обманут. Привет, милый котеночек. Are you cold? Да, на улице довольно прохладно. Так, давайте. Хотя нет, у нас еще две рыбки осталось. Want some food? Но все равно. I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great, thank you, dear. Все равно еда довольно-таки заканчивается, поэтому надо будет зайти и купить еще. Посмотрим, не обманет ли нас этот парнишка снова, хотя что-то мне подсказывает, что он так сказать, так легко не справится, так легко не оставит это дело, то что... Как же так? Рио ему нападал. Так что нужно с этим как-то разобраться. Ой, куда это меня занесло? Возможно, опять подстроят нам засаду. Так что мы будем во всеоружии, так сказать. Магазины еще не открыты. Я смотрю, Water Dragon еще закрыт. Давайте зайдем в фарфоровую лавку. Встретимся с нашей... А, она еще тоже закрыта. It's not open yet. Действительно. Она еще закрыта. Ну, я думаю, тогда и зал аркейд еще закрыт. Поглядите-ка, что мы видим. Первая елочка. Excuse me. Merry Christmas! Ho, ho, ho!
Oh, hello there. There's a special Christmas menu at Aijiichi Chinese Restaurant. It's only available during the Christmas holiday. What do you say? Some other time. Так, у нас город украшается к Рождеству потихонечку. Nozomi. Ryo, take care. Sure. Ну, поблагодарил бы хоть ее за цветы прекрасные, которые она тебе принесла. Что ж ты, Рио, такой стеснительный, такой зажатый. Хотя, его понять довольно легко. Так же, как и Nozomi. Итак, зал аркейд открывается у нас в 10, да? Да, так я и думал, 10 часов. Давайте купим какую-нибудь веселую игрушку. 100 yen each. Maybe just one. Да, всего одну. 17 тысяч йен-то. Вот это большой. Большая сумма. Кстати говоря, если получится перенести сохранение из первой части во вторую, то... Во второй эта сумма останется у меня. Плюс все предметы, которые я накопил в коллекции. Maybe I should get another. И... Вообще, много-много всех вещей, которые мы набрали, они останутся во второй части. Я не знаю, наверное, это первая игра, где можно было переносить сохранение из одной части в другую. Ну что, 10 часов настало, давайте заходить. Надеюсь, что нам не придется ждать 12. Уже сейчас нас кто-то встретит. Надеюсь, что тот парнишка. Ticket, did you? But you are not going to Hong Kong. Do you work for Landy? Me? Work for Landy-sama? That's my dream. What do you want with me? You know about Julian Da. Tell me all you know. Landy-sama hates Julian-da, so I'll be rewarded for this information. So you know about Landy. Just who the hell is he? I'll only tell you if you prove stronger than me. Ох, кажется, нам придется сейчас подраться. А этот парень ведь не из простых. Вот это удар! Ничего себе! Ух ты, как он нас обошел, но... Посмотрим, насколько он силен в захватах. Да, неплохо. Ох ты! И нас он тоже весьма сильно... Весьма-весьма сильно... Ах ты! Весьма-весьма сильно атакует. Да, захваты это... Определенно наша сильная сторона. Охо-хо-хо-хо, какой же он... Какой же он ловкий. Но все же наши захваты действительно мощные. Ох. Ryo-san! Interrupted! I'll save the fun for later! Да, нас отделали. Just take it easy and rest today.
Что же, дорогие друзья, вот такое у нас новое начало дня. Весьма суровое. Нас отделал этот проклятый. Я уж не знаю, как его называть, это уже на человека совсем не похоже. Ну что же, на этом я закончу прохождение моей 16-й части по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.